Воду по карточкам смогут приобретать мирнинцы. В предприятии тепловодоснабжения «Алроса» стартовал эксперимент по использованию электронных карт для покупки питьевой воды. О том, где их приобрести и как пользоваться нововведением, расскажет Роман Муконин. На этой водоколонке по улице Индустриальная привычного крана нет. Вместо него карта-приемник. Прикладываем карту и набираем воду, согласно оплаченного объема. Лимит средств и литраж высвечивается на экране. Первоначальных средств на карте хватит надолго. Цены на питьевой ресурс в ПТВС установили минимальные. Стоимость куба воды, одной тонны воды, составляет 138 рублей, что в пересчете на литры 1 литр 14 копеек. Такими картами предприятие тепловодоснабжения надеется решить давнюю проблему – наладить контроль за разливом чистой воды. Оформить электронный ключ можно в офисе ПТВС, в расчетно-кассовом центре на первом этаже. Клиенту нужно заполнить заявление и оплатить услугу. После заполнения заявления обращаемся в кассу, рядом находящееся окно, для получения самой карты. При себе нужно иметь наличные средства – в сумме 136 рублей за карту. Пока подобный электронный автомат один на весь город. В ПТВС обещают, если система покажет свою эффективность, то аппараты появятся и в других местах. Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».